Песня, которую мы исполним, Владимир Семенович Высоцкий написал для фильма «Мы родом из детства». Беларусьфильм, как раз те годы после войны, в одном из городов Белоруссии, который находился в оккупации. История мальчишек, история жителей этого города, история тех, кто вернулся с фронта. И очень гармонично эта песня вписалась в фильм благодаря тому, что как бы вот под патефон исполняется эта песня. И Владимир Семенович специально ее написал в ритме такого медленного вальса, где герои фильма танцевали, и этот фильм, и эта музыка, и слова этой песни выражали очень большие ассоциации. Может быть, и у вас тоже такие будут ассоциации. Не такие же, а свои. Может, здесь, может, там, где же наша звезда?